Всех приветствую, друзья! Сегодня разберем вот такой замечательный вальс из кинофильма «Любовь и голуби». Очень известный, очень красивый, композитора Валентина Левашова. Этот вальс подойдет для, ну, в принципе, для начинающих. Если прям вот вы только начали играть где-то полгода-год, сложноват, возможно, будет. Но если вы играете уже где-то от года, да, начиная, ну, это примерно, да, может кто-то, и, конечно, и раньше может, то, в принципе, его можно уже сыграть. Вот. Так, ну, давайте начнем. Значит, не знаю, сколько получится видео, наверное, за одно видео я не успею разобрать. Вот, не хочу нагружать, делать большое видео. Буду разбирать сейчас по 8 тактов. Ну, давайте начнем. Значит, тональность ля минор. Темп у нас здесь стоит четверть 160. Вот. Это для того, кто хочет точный темп. Значит, на метрономе набираете 160, и это у вас будет четверть и так стучать. Размер 3 четверти, так как этот вальс. Вот. В начале стоит меццо-форте. Не очень громко. И легато написано, то есть все связано. Так, ну все, пока никаких больше указаний нет. Давайте начнем. Так, значит, первая нота ля, малой октавы, си и до. Пальцы 2, 4, 2. Раз, два, три. Влево ля минор. Раз, два, три. Значит, левую играем сразу. Бас у нас. Тенута, штрих, то есть выдержать его нужно. Аккорд стаккато. Раз, два, три. Пальцы 2, 4, 2. Дальше у нас фа половинка во втором такте. Пятым пальцем ми и четверть. На третью долю ми четвертым. Раз, два, три. В левой руке у нас остается ля минорная гармония, но меняется бас. Бас будет ми, а ля минор остается. Значит, будет так. Раз, два, три. Раз, два, три. Это первый мотив у нас будет. Ля, си, до, фа, ре. Дальше у нас до, ре, ми. До вторым ре, четвертым ми, третьим. Три четверти. В левой ля минор. Раз, два, три. Это у нас третий такт. Дальше у нас нотка си пятым пальчиком. Си половинка. То есть будет тянуться раз, два. И ля третьим пальцем. Раз, два, три. В левой руке у нас все еще та же самая ля минорная гармония. Только бас ми у нас. Как во втором такте. Получается раз, два, три. Раз, два, три. Теперь сыграем все четыре такта. У нас будет первая фразочка. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Дальше вы увидите такую вилочку. Да? Это называется крещендо. То есть мы постепенно делаем громче. Вот к пятому такту.
Дальше поехали пятый такт. У нас пошли интервалы. Ми первой октавы до второй. Ми вторым до четвертым. Это у нас подполовинка с точкой. Значит, будет тянуться целый такт. Раз, два, три. Раз, два, три. В левой ля минор. Раз, два, три. Дальше нотка ми вторым пальцем. Раз, два, три. Также она половинка с точкой. В левой остается опять же ля минор. Только бас у нас уже будет до пятым пальцем. Так, давайте я с пятого такта вторую фразу начну еще раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Дальше смотрим седьмой такт. Ми и соль. Ми вторым, соль третьим. Все это опять у нас половинка с точкой. А в левой наконец-то меняется гармония, да? Ну как наконец-то? Композитор молодец. Сочинить такую мелодию на одной гармонии, чтобы так звучало красиво, ну это надо постараться. Вот. Это очень дорогого стоит. Так, теперь... Нет, это я сейчас серьезно говорю. Без иронии. Вот. Потому что, когда я слушал это без нот, я думаю, такая мелодия красива. А там, оказывается, все еще ля минор тянется. Значит, я отвлекся, да? Седьмой такт. Ми, соль, ре минор. Дальше восьмой такт. Ре, фа. Ре первым, фа четвертым. Остается в левой также ре минор. Только теперь у нас бас фа. Раз, два, три. Еще раз это сыграю мотивчик. И здесь у нас уже вилочка другая, да? Она от расширения у нас сужается. Это называется диминуэндо, то есть постепенно нужно затихнуть. Вот. Закончилось первое предложение. Вот. Так. Давайте еще раз сыграю целиком все эти 8 тактов. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Здесь я бы мех нигде не менял, если, конечно, у вас хорошая компрессия, да? А если так себе, то... Через 4 такта мех меняйте. Через 4 такта. Вот. Так, значит, кульминация всей фразы на ми и соль. В седьмом такте. Да, вот у нас здесь получается. И вот сюда. Вот у нас так строится первая фраза. Первые 8 тактов. Так, дальше идем. Смотрим девятый такт. Ре, ми, фа. Ре первым, ми вторым, фа третьим. В левый ре минорчик. Два, три. Раз, два, три. Дальше у нас соль четвертым половинка и фа третьим. В левый остается ре минор, только меняется бас ля. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Дальше у нас фа, соль, ля. Фа первым, соль вторым, ля третьим. В левый ре минор. Два, три. Раз, два, три. Дальше у нас пятым пальчиком ми. Здесь будет скачок такой небольшой на квинту от ля. Ми, ре четвертым. Ми половинка, ре четверть. В левой также ре минор остается, только теперь бас фа. Два, три. Раз, два, три. Так, еще раз этот мотив. Раз, два, три. Раз, два, три. Здесь тоже стоит крещендо. Но я сейчас на диминуэндо закончу. Как бы не в контексте всей пьесы, а в контексте двух тактов. Так, еще раз давайте я со второй фразочки сыграю. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три.
Дальше у нас опять начинаются интервалы. Ре четвертым, фа пятым, половинка с точкой, в левой ре минор. Раз, два, три. Дальше первым на этом же ряду соль диез, си третьим. Раз, два, три, так же, да? В левой мы перескакиваем с ре минора через кнопочку на ми септаккорд. Раз, два, три. Соединяем эти два такта. Дальше. Си и ре, си четвертым, ре пятым. В левой ля минор. Дальше ля и до. Ля вторым, до третьим. А в левой у нас ля минор остается. Пятым пальцем только бас до. Среди диминуэта заканчивается вторая фраза. Давайте еще раз сейчас сыграю вот эту вот фразочку, да? Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, левую не видно, да, когда мех раздвигаю сильно. Сейчас сюда сдвинемся немножко. Теперь сыграю всю вторую фразу. Вот. По тому же самому принципу, седьмой такт. Вот. Так, хорошо. Дальше идем. Это у нас уже сейчас будет 17-й такт. Да? Ля, си, до. Как сначала, да? Ля, си, до. Те же пальцы 2, 4, 2. Ля минор. Только здесь уже в начале там было фа ми, а здесь ре до, ре четвертым до вторым. В левой у нас ля минор с басом ми. Раз, два, три, раз, два, три. Дальше у нас фа четвертым половинка. Раз, два, ми третьим. Ля минор остается. Дальше си у нас пятым, ля третьим, ля минор остается, только бас до. Раз, два, три. Ну, если похожий ритм, да, похожий мотив, называется секвенция. Ну, вообще весь вальс пропитан секвенциями, да. То есть одни и те же мотивы, только от других ноток. Вот. Так, давайте еще раз сыграю. Значит, это у нас 17-го такта. Здесь мы делаем крещендо и приходим вот сюда. Вот здесь вот такой новый ритм, его не было. Так, я не знаю, какой это, 17, 18, 19, 20, 21, да, 21 такт. 21 такт. Значит, соль си бемоль, соль первым, си бемоль четвертым, четверть с точкой. Со счетом будет так, раз, раз, два, три. То есть вот соль си, которая будет восьмушкой, вы должны сыграть между два и три. Получается, раз, два, три, и дальше соль си четверть вы играете на три. Раз, два, три. Здесь стоят точки. Точки обозначают штрих стаккато. То есть вот эту вот соль си бемоль, которая четверть с точкой, да? Ее не надо сильно долго тянуть, потому что стаккато, да? Получается такой ритм. Раз и два. Раз и... Так, я вам неправильно считаю, извиняюсь. Раз, два, три. Вот. Влево у нас ля септаккорд. Двумя руками будет так. Раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три. Еще раз. Не поленюсь. Раз, аккорд, два.
3. И дальше совпадает одна слева справа, да? Хорошо. Дальше поехали. Раз, два, три. У нас здесь опять соль си. Первым и четвертым. Стаккато. Дальше фа ля первым и четвертым. Уже легато. Ми соль вторым и третьим. Получается так. Раз, два, три. Раз, два, три. Влево у нас ля септаккорд, но на вспомогательном ряду бас до диез напротив баса ля. Получается так. Раз, два, три. Раз, два, три. Здесь немножечко, возможно, будет непросто из-за того, что вот штрихи здесь такие, да? Здесь стаккато, потом легато, а в левой тут надо сначала бас, тенуто, потом стаккато, короче. В общем, придется немножко подольше посидеть. Раз. Ну, в принципе, бас тоже можно стаккато сыграть. Раз, два, три. Дальше ре минор. Ми соль остаются вторым, третьим. Ре минорчик. Раз, два, три. Раз, два, три. Ре первым. Фа четвертым. Ре минор остается, бас ля. Так, еще раз всю эту фразочку сыграю. Так. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот так. Так, ладно.